Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков провел встречу с участниками волонтерского движения из Новоивановского. Парламентарий вручил благодарственные письма главы Одинцовского округа неравнодушным жителям поселка, которые помогали своим землякам в период пандемии. Депутат «Единорос» поблагодарил их за отзывчивость и активную гражданскую позицию. Благодарственные письма получили 5 человек.